Алексей Ильич, надо ли подростка заставлять молиться и поститься? Надо не заставлять. Когда мы заставляем подчас, то мы можем вызвать обратную реакцию, причем на такую сильную, которую, от которой нам потом нелегко будет. Я всегда в таких случаях привожу пример. Один приходит к еврею, а еврей поит водкой своего сынишку, там, 7 или 8-летнего, сынишку. Так? Ты что, с ума сошел? Скотина такой, ты что делаешь? Хе-хе-хе. Всю жизнь не будет водки пить. Вот так. Сейчас его Фридрихераус, понимаешь, что такое Фридрихераус, немцы говорят, то есть тошнит. Сейчас его все вырвет, все, и потом всю жизнь пить не будет, не прикоснется к водке. Так и здесь надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы, с одной стороны, помогать надо немножко, да, давай потрудимся, там, сынок, дочка, конечно, ну что ж ты хочешь? Ну, да, конечно, надо и потрудиться, но не так, чтобы, когда, знаете, вот в лоб столкнулись, или. Вот это уже тут требуется и разум, и великодушие, и терпение, которому каждый должен учиться сам.